машине соответствующая. Да, качество. Производитель. А технологию вышли уже отработали. Получили весь комплект техники, который планировался и который закупался, на который объявлялась конкурсная процедура. Это 29 единиц техники. На эту технику порядка 60 единиц навесного оборудования, что позволяет ее эксплуатировать и зимой, и летом, да, то есть круглогодично. Спецавтотранс, Орлов Сергей Ольгович. Подожди. Спасибо огромное. Фирма Дорзелинстрой, Комиссаров Виктор Вячеславович, спасибо вам большое за труд. Ну и стройгрупп Заргарян Гарлин Григорьевич. Гарлин Григорьевич тоже. Слова огромной благодарности. На самом деле, не только руководители делают эту большую работу, но прежде всего от них зависит организация, слаженная работа. Спасибо большое всем специалистам, которые работают ночами, убирают город. Это очень непростой, тяжелый труд. Требует навыка, квалификации, специальной подготовки. То, что мы приобрели технику и перешли на новые технологии уборки, это только первый шаг. Второй шаг – это перевод полностью всего контракта на новые технологии уборки и содержания города. Вторая важная вещь – это отработка системы взаимодействия муниципального предприятия и частных компаний. Как в общественном транспорте у нас нет конфликта между участниками и муниципальным предприятием, так и здесь мы выстраиваем отношения, которые бы позволяли привлекать частный бизнес с инвестициями для системного оказания услуг.